сердцу через стетоскоп. 19 июня медицинские работники Казахстана отметят свой профессиональный праздник, за что карагандинцы благодарны врачам. Мы узнали на улицах города. Ну, раз в 3 месяца где-то. Ну, я, слава богу, здоровый человек, и мне не приходится это делать часто. Летом стараюсь вот полное обследование пройти. Раз в год, наверное. Я вообще спортсмен, ММАшник. Я 5 раз... У меня 5 раз нос сломан. Из-за этого я часто обращаюсь к травматологам, хирургам. Сейчас мне привелось то, что обращаться нужно с мамой. Она в возрасте. Такой у меня ситуации не было, чтобы меня надо было прям спасать. Но, в принципе, когда я обращаюсь, они мне всегда помогают. Назначают правильное лечение, ставят правильный диагноз. У моей племянницы случился аппендицит. Ну, как бы быстро-быстро это все решилось. Ну, оказали нужную помощь. Там было на грани жизни и, как говорится, и, в общем, пришли к хорошему результату. В восстановительном центре, когда вот делали операцию, то, да, мне вот действительно сразу же стало лучше после операции, удаления грыжи. У меня был инфаркт, может быть, сказать, что и спасали. Такой ситуации со мной не было, и с близкими моими не было. Прям уверенностью сказать, Давранбек Олхбекович, он специалист своего дела, нейрохирургом работает в Макажанме. Была ситуация, когда моему мужу потребовалась помощь, он был безнадежен, а они его выходили. Я, к сожалению, не помню их фамилии, но благодарность к ним у меня осталась на долгие годы. Терапевт у нас был. Дмитрий Константинович Средин был, неплохой специалист, сейчас он заведующий отделением у нас. За то, что без них мы не можем обойтись, а им пожелаю больше профессионализма и, может быть, легких пациентов. Ну, за то, что они спасают наши жизни, приходят на помощь. И за то, что они не болели. Самое главное – здоровье, профессионального роста, чтобы терпение. Я желаю им хороших достижений в своем деле, в сфере, чтобы весь мир знали казахстанских врачов. Я бы хотела поздравить всех наших медицинских работников с праздником, чтобы у них всегда в семьях было благополучие, здоровье. Ну и я благодарна нашей медицине. На медицинских работников возложена ответственность за здоровье и порой жизни людей. Но квалифицированные специалисты будут востребованы везде и всегда. Время хоть и лечит, но доктор справится быстрее. Дарья Чеканина, Миржан Джумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.